Женщина сегодня – это не просто хозяйка, жена или мама. Женщина играет важную роль во всех сферах жизни общества. Она наравне с мужчинами преуспевает в бизнесе, науке, в политике и других сферах деятельности. В нашем следующем сюжете мы расскажем о женщине, посвятившей свою жизнь спорту. Потянись, не ленись, улыбнись. Улыбайся, озаряй всех улыбками. Ошибайся, веселей жить с ошибками. Не пугайся, в жизни всякое случается. Не сдавайся, все не сразу получается. Вот такими простыми истинами Александра Васильевна поддерживает своих воспитанников. Если у них что-то не получается, надо уметь проигрывать, говорит тренер. Только так можно добиться успеха. Следуя такой жизненной позиции, Александра Ольховнева сумела достичь многого, посвятив свою жизнь спорту. Сегодня она – заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани, отличник народного просвещения. Со школьной скамьи увлеклась Александра Васильевна физкультурой, и по сей день со спортом она рука об руку. Все свои знания, опыт она теперь вкладывает в своих воспитанников. Я просто с ними, вот, знаете, как вот заряжаюсь. Просто мне дает возможность просто чувствовать себя нужной. Я просто люблю с детьми общаться. Потом смотришь, вот он занимается, что-то не получалось у него, и вдруг стало получаться. И я вместе с ним радуюсь. К примеру Александры Ольховневой последовали и ее дети. Дочь преподает физкультуру, а внук достигает успехов в прыжках с шестом, прославляя Славянск на Кубани на российском уровне. В преддверии 8 марта Александра Васильевна принимает поздравления не только с Международным женским днем, но и с днем рождения. В этом году, 4 марта, она отметила свое 75-летие. За заслуги в спорте дата ее рождения внесена в календарь праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий Краснодарского края. Надежда Калинина, Мария Горошкова, Александр Косицын. Программа «События».